Итак, ну что ж, всем привет. С вами снова Михаил, и это мое продолжение рубрики «Проверка на страх». И в этот раз это первое видео по другой уже инди-хоррору, который у меня тоже один подписчик просил поиграть. Игра называется «Монструм». Она вышла в этом году. Так, немножко число. Так-то. О, проход есть. Вышла она в этом году. Игра немножко похожа на... Она бьется он разом о чем-то, ну просто действие происходит на корабле. Так, это что за штуковина какая-то? Так, посмотри, там можно что-то штуковина, вообще написано там было. Так, его фонарик. Так, флешлайт, да. Фонарик так-то. Фьюз какой-то. Штуковина какая-то. Это свет дает. Это, видимо, какой-то, не знаю, ключ, что ли. Так, получить как можно его светлее будет тем самым. Время у нас 1:45 от игрового времени такое. Ночь. Так. Lab Control. А, присесть. Это, в общем, у нас присесть означает. А, ну под кровать можно спрятаться. А, прям кого отласти. Из-за утласта взят. Потому что в утласти такое было. Можно было под кровать спрятаться там. И ждать. Ну да, да, точно, так и есть. Очень все. Так, ну вылезай хотя бы туда. Нормально-то. Во. Немножко надо глючить немного, ладно. Дом игра. А, разработать так-то. Так. Ну, механика прям в пенумбре. Освободиться всеми предметами и так далее. Да, фонарик включать, слава богу. Здесь свет можно включить. Ну, хорошо. Как светло стало. Сразу же. Уже поверил видео, в общем-то, более-менее нормально все работает. Хотя, конечно, начала лагать, может, начнет. А, что-то в поиске, конечно, опустился. Видимо, оказывается, просто немножко подгружался. Так, не тушитель взяли. И чё? Ага. Неплохо так. Огнетушителем кому-нибудь там, да? О, кружечка, можем взять кружку. Так, четвертую кнопку. О, кось. А, в общем, выпьем. Ухрять такой. Так, ради смеха. О, еще какая-то вообще какая-то, в общем-то, зажигалка, что ли? Ага, зажигалка. Ну да. Нормально. Интересно. Всякие запчасти ищем. Видимо, нужно что-то чинить потом, чтобы выбраться с этого корабля. Так, путь наверх, путь вниз. Так, мы оттуда выбрались, да? Да, конечно, большая такая палуба корабля. Хм. Нехило, конечно, что-то там есть. А, выломал дверь. Ну, это капсул там не нужен так сильно. Китчен. Кухня, что ли? Или как там называется? А, свет можно выключить? Можно включить. Неплохо так взаимодействовать с предметами-то. Интересно. Это что такое было вообще? Еще какая-то бутылочка. А, Red Click. Ой, погоди, не то, не то. Не хотел, в общем-то, не хотел выкидывать-то. Теперь у меня еще не в том месте. Сменилось так. О, сколько этих чашечек можно взять. Только для чего это? А денег нельзя открыть. Угу. Тишина. Так. Декс 6. Закрываем дверь на всякий случай. А, закрыть как-то нельзя?
Во. Круто. Закрыть можно. Ну да, на BIOS напоминает чем-то. Тикаш, можешь проводить. Так-то не слышно, я позвал потише сделал, чтобы у меня нормально было слышно мои комментарии. Он через это вылезти бы неплохо так. Снова какая-то кока-кола бутылочка с-под кока-колы. О! Прямо как, в общем-то, Пенумбре и Громко-атаки вот, в общем-то, были. Городе, в общем-то, проигрывателем всяких кассет. И чего? О, написка. Чуть немножко угонул, конечно. Записки. О, это что за хрень? Ни хрена себе. Это что еще за чужой? За Alien Isolation. Нифига себе. Это да. О. Так, отлично. Новая игра. Ну давайте новую игру. Хотя, конечно, придется это снова запись включить. Чтобы недолго не ждать, когда загрузится она. Мне кормишка по лаге просто. Так, тихо-тихо, давай. Не лагай. Сейчас нормально работал-то. Лучше. Что-то начало лагать. О, какая записка. Немножко, конечно. Немножко она, конечно, игра там. Нотал 10, нота 10. Это ноты. Ладно. Не будем ничего записки читать, будем ради геймплея играть в такие игры. В первую очередь. Так, во. Фонарик. Тихо-тихо. Да, свет можно включить. Включить. Ну да, смотри, ты теперь же... Тихо-тихо, не лагает. Теперь уже, конечно, локации немножко поменялись. Другие, кажется, были тут. Так, ну, бери. Лагать что-то, конечно, стало хуже. Точнее, больше. В сравнении с прошлой записью. Первые попытки... Да ё, просто что такое лагать? Так скачет-то. Ладно, пошли. А, бежать. Ну не лагать ты. Так, давай грузись. Ну да, мы снова в других уже локаций оказались. Так, а закрытые можно дверь вообще? Да не открывать, а закрывать именно. Там не было защелочки. Может свет выключить? Чтобы нас не видели. Так, вот это записка. Как обычно, так. О! Тихо. Когда я пермет, что-то лагать немножко. Да хотя немножко. Так, тихо. Да. Типа стал на средний, но что-то все равно. Лагает. Так. Иногда. О! Бери. А, светящаяся трубка из Пенумбры. Ну да. Можно так светить путь себе. Не фонариком, а вот этой трубочкой. Сам главное бы еще ни на кого не напереться. Чё
что такое было? Пиздец какой-то. Кто-то там ходит, а? Чё, куда хрен мы идем, поймешь? Давай закрывай себе. О, еще. Кажется, здесь трубка. Так, можешь прятаться? Можешь прятаться? Я здесь, в общем-то, буду, наверное, сидеть. В данном случае. Не показал, что ли, нет? Так, нам можно было закрыть дверь-то? Вообще был свет выключен, чтобы никто не увидел. Ох. Да, шугра, конечно. Да, правда, на BIOS напоминает очень сильно. В первую очередь. С этим антуражем, локациями вот этими. Там хрен поймет, что здесь ходит. Да какой-то уже так гремит-то, дверьми-то. Так, ключ свет включи. Кто здесь включал свет, не понимает. О, станки. Ну эти кружки мне каждый день. Не нужны. Чё, здесь прятаться-то нигде? О, Марика, ноги видны. Нормально. Для такой-то игры. Ой. Сима явно, в общем-то, игра без сохранений-то. С самого начала фотоаппарат начинать. Сейчас игрока стала работать нормально, кажется. Начать видео немножко просто глючить, значит, тормозить. Так, ой, еще какая трубка. Три у меня трубки теперь. Они, видимо, наверное, кончаются, мне кажется, не бесконечный. Светит. Хотя здесь прятаться-то, наверное, можно под этим, да, по станками. Но все равно жутковатка-то. Чем-то хрень появится. Хотя уж не буду думать об этом. Ни о чем не думаем. Тихо-тихо, не тормози. Пожалуйста, не тормози. Дальше днем немножко. Чего? А, мне нужно какой-то там штукенцию. Да, дверь не открывается, там, ну, что-то. Видимо, чтобы открыть. Ёпрста. Да чтоб. Может, там оплатить нужно было. Тихо, только пошёл, стой. Никто не появляйся. О! Что это такое было? Это с труб, что ли? Воздух идет. Еще ниже спускаемся. Бездну. Корабельную. А вот река. Карта корабля. Ты здесь. Лавр-док.
Ух ты! Чё мы нашли-то? Так, а закрыться, закрыться можно? Да не закрывайся, пожалуйста, закройся ты. Нафиг. Марио, это будет батискаф или батисфера. Я вспоминаю, в общем-то, старые такие фильмы. Какой-то, не знаю, а Жюль Верн каком-то, да? Чё такое тап? Нужно починить, как обычно, наверное, этот, наверное, батискаф, чтобы выбраться отсюда. Самое главное, чтобы подольше побородили лучше. Но игра, конечно, неплохо-то ощущается. Да, я нужно его починить. О, еще трубочка, кажется, вижу. А, вот это штукой нужно было где-то найти. Найти. Сколько здесь его, наверное, чинить нужно? Да, погоди. Какая дверь была открыта? Ой, блин. Чё, блин, закрывайся ты. Свет выключаем. Ну нафиг. Чтобы здесь никого не видели. Шкафа здесь у нас нету. Высоко можно спрятаться, но... Во. Но это еще одна, в общем-то, это светящаяся трубка. Чего, Райт? Так, здесь спрятаться-то нельзя? Хрен. Ну, на всякий случай так спрятаться, если вдруг. Тихо. О, блин, тут что-то газ пойдет, наверное. Успеть, в общем-то, вовремя. И попасть под струю. Испепеляющего. Газку. Куда мы хрен идем? Ой! Я что, меня убил, что ли, чё? Да? Туда я сунулся. Эх. Да. Так и думал. А, так и есть. Ну да. Так и есть. Под газ попали. Ах. Вот повезло, так повезло, а? Вот так повезло, так повезло. Как все вовремя закончится. Ага. Хотя вообще, по-моему, я так-то не мог, не должен был попасть. Странно вообще. Немножко на меня пройдет лагит. Всегда вот так начали бывают записи. Что я постоянно игру приходится переспускать, потому что она меня иногда вылетает там. После там неудачной попытки. Когда он, клан герой умирает. Так, тихо. Потом все нормально. Заработает. Так, фонарик. Отлично. Теперь посветлее стал. Хотя, конечно, бы сейчас трубку найти бы. Наверное, в первую очередь. В общем, у нас будет последняя третья попытка прохождения. Ну, просто игры, данную, в общем-то, игру, где хоррор монстру. Так, ну да, здесь можно прятаться под этими. Как вот лазить прямо. Свет включать не будем. Мне кажется, это один... О, снова те же. Бежать? Почему бежать? Тут не говорит, что сейчас монстр появится. Давайте мне еще тормозить начинает. Не сам уже начал. Тихо. Тихо-тихо. И тормози. Так, закрывайся. Закроем вот так. Во. Хотя бы не вломиться. Не сразу. Надеюсь на это. Так, модельничок какой-то, чей-то, каюты, экипажа данного корабля. О, тихо. Нет, показалось. Фотографии. Документы. Так-то ничего не поблескивает, ничего интересного нету. Я понимаю. Надеюсь, пока никого нету. Ау. Хотя лучше нет, пусть не будет никого. Никаких монстров. Нет, лучше не надо говорить ничего. О, закройся. Закройся.
Закройся, блин. Закройся ты. Во. Так, свет выключить можно? Во. У нас фонарик есть. Так, прячемся здесь, если вдруг начнет что-то тут уламываться. Кружечка есть. Хотя для чего нам кружечка? Вон, китайцы. Так. Что он здесь еще есть? Притом здесь еще все часы показывают, 11:45. Видимо, это время, как бы такое игровое время данной игры. Какого хрена? Это что такое? Кто-то есть. Какой-то еще странный такой, как будто не точно не из трубы идет этот пар. Шаги что-то слышно вот. Точно кто-то там есть. Будем ждать, когда оно идет. Не хочешь все-таки высовываться, потому что здесь, смотри, сохранений нет, приходится с самого начала начинать. А у меня, конечно, игра такая вот. Хотя это, в общем-то, все-таки такая-то дима. Не полная версия игры-то, альфа. Игра вылетает после каждого смерти. Приходится постоянно перезапускать ее. Не хочешь все-таки. Поэтому нет желания, в общем-то, погибать от каких-то монстров, чтобы потом заново все начинать играть. Я говорю, это по-своему интересное получилось. Ну, что лучше, чем Five Nights at Freddy, мне кажется. Хотя нет, это же, да, тоже такая прикольная, смешная игра. Но не хоррор. Это, кажется, как хоррор интересно. Лучше даже, чем, кажется, чем Гектор. Может даже почти 4 поставить. Все-таки сеттинг очень такой редкий. Как на корабле, там, заброшенном каком-то. Вспомнить тоже можно на Биосу, на разум данной тематике. Тот же Resident Evil Revelations. Яким еще игры. Фильмы те же. Брат, тут шагай тут. Кто такой дышит? Да, слышно, как будто вблизи находится. Ох. Где он там, черт его знает? А высовываться-то не хочется. Азбука Морзе. Help me. Никота, спаси меня. Хотя, наряд ли он чем знает такой. Они на просто фонарьком ты. Не сломает же. Черт, что-то делать придется все-таки. Либо с ним встретиться, либо от него бежать. Хотя, к черту, может, он не там нас. По-моему, таких точно звуков не было, когда, в общем, мы здесь просто ходили, облазились эти каюты. Да. Долго, конечно, не усидишь. Ой, даже вот не знаю. Слышно или нет? Или просто он дышит? Нет? Хотя шаги-то были. Перестало. Сразу же перестало. Нет, парик, как есть кто-то. Где он, черт побери? Наверху, внизу.
остановился, видимо. Да, только где он? Ай, здесь попадаться на него нельзя. Ничего там, где он тогда? Пойдет или нет куда-нибудь, куда-нибудь? Тихо. Через щелку, что ли? Кажется просто. Кого-то видно. Нет, никого не видно через щелку-то. Чуть-чуть там маленькая такая щелочка. Чё, ну где же он там? Но, видите, он свет. Сейчас снова звуки перестали. А, может, он вообще там за дверью ждет нас. Притаился. Да. Второй попытки вообще у нас никого не было. Смотри-ка, вот он. Слышь, видно было. Он точно прям близко поблизости был. Только что. Нифига себе. Это, наверное, какой-то другой уже монстр, не тот, который до этого первого пэки нам. Кстати, следы тоже моей оплошности. Что им дверь нормально не закрыл. Все-таки в других играх, конечно, я там. Такой привычки вообще пока, слава богу, нету. Валера закрывает двери, даже хоррор. Так, ну как ты сейчас мне как тебе обойти тогда мне? Где ты там вообще? Пока он дверь не вламан, значит, видимо, не слышит нас и не видит. Чёрт, тут, как вот мне у него пройти? Может, он кругами ходит. Нам бы воспользоваться возможностью пройти там, когда он там мимо прошел. Так. Чуть мне не хочет открывать дверь так. А, подожди. Это что такое? Он наверх стал подниматься, что ли? Где он там ходит? Ай. Ну где-то... Черт, по этим сагам нифига непонятно, где там ходит. Кто быстро зашагал-то? Чё, ты как-то быстро зашагал, дружок? Можешь к нему зайти? Выйти? Чё, где нужно на этом лазит? Ай. Сидим и ждем. Ладно, сейчас вылезем, думаю. Ну черт, где правда? Что-то непонятно, конечно. Не сориентируешься по этому даже звуку. Как все-таки отсюда уйти там из этого места? Черт, где он ходит? Сейчас мы на него нарвемся. Что такое? Что такое? Не тормози ты, блин. Надо другую дверь закрыть. Все, закрыли. А, это то место, где мы закончили в прошлый раз. Так, не тормози, пожалуйста, не тормози. Так, это что у нас такое? Что-то мы взяли. Какую-то веревку, не знаю. Что там? Ага, ну это из аренды, да, из аренды. Понятно. Что-то я, в общем, будем. Тихо. А, здесь слишком светло. Вот так будем краситься. Так, нет, я не буду включать его. Что-то спалимся. Ну, слава богу, дверь закрыл. Обе двери. Так, это у нас документ какой-то. Ну, хотя как бы... Не спрятаться, конечно, нигде. Вот свет полно. Надо где-то выключить свет.
Подождем. Ну, документ, как обычно. Хотя, первонет, не буду я читать ничего. Смысл мне. Так, о. Что-то есть. Что такое? Хм. Какой-то таймер. Вообще, непонятно, конечно, какой-то. Что за? И то он здесь ходит. Ай. Нам нужно ту сторону, чтобы теперь отойти. Еще сейчас ломится, то. Да. Будет пиздец. Майк, водичка. Еще немножко подлагивает, конечно, да. Тихо. Ну, можно, конечно, рискнуть. Что нам теперь сидеть, что ли, здесь? К черту, где он там? И света. Вообще, можно? Лучше в темноте. О. Хм. Кажется, он там. Ну? Где там ходишь? Кажется, он ушел. Так, а дверь можно закрыть? Чёрт знаешь, где он там ходит. Так, пойму-ка лучше этот. О, включим. Лучше этим посветим. Это что еще за? Ой, блин, это кажется монстр, что ли, да? Поблизости. Означает. Чё за звук такой вообще? Чё, ну сюда тут, да? Я его точно видел, да, это он. Это как раз тот первый сам монстр, который в игре. Первый появился, да? Потом стали добавлять других монстров, разработчики. Появляются новые там обновления. Вот он ходит. Не ходи сюда, пожалуйста. О, засранец. Он там ходит. Чё, мне как спуститься бы вниз надо. Или это сигнализация какая-то включилась, что ли, прям вообще? Как мне обойти? Ой, блин. Где спрятаться? Ух ты! Ух ты, блин! О-о-о-о, он заметил меня. Все, нам пиздец. Какой-то мерзкий и противный. Ну да, черт, спалили все-таки. Хотел мне у него прокрасться, спрятаться пока, переждать. Все. Ну да, сигнализация, то есть моя вблизи мусора находится. Черт удери. Дальше пошел. Да, я сейчас появится, да, вам. Прикольный такой момент. Ну ладно, в общем-то. На сегодня пока хватит, думаю, по игре монстра видео. Так вот, первое пробное видео, да, по данной игре получилось, и рубрики «Проверка на страх» по инди-хоррорам. А на этом пока что все. С вами был Михаил, увидимся в таких вот новых видео, точнее, других видео по этой рубрике, по другим рубрикам, ну, вообще, видео прохождений по играм, по игровой тематике на моем канале «Хардкорное прохождение Михаила не только». А с вами был Михаил, всем удачи, дорогие зрители, подписчики канала. В общем, ставьте лайк, если видео понравилось, если хотите продолжение про, в общем-то, видео по этой игре, в том числе видео по этой рубрике «Проверка на страх» по инди-хоррорам. И в том числе, также, оставляйте комментарии, если у меня есть точки зрения насчет прохождения видео самой игры, там, моих комментариев и так далее. А это пока что все. С вами был Михаил, всем удачи, до скорых встреч. И всем пока, до скорых встреч.